очень-очень каменный. А сейчас... За такой короткий период, всего за неделю, я получила просто колоссальные знания, которые дали мне возможность сделать профессионально, можно сказать, съемки и просто, ну, супер фильм, от которого я вот сама лично в восторге. Я, конечно, ждала и надеялась, что я научусь снимать фильмы, монтировать, но что я получу именно такой результат, ну, просто фантастика. Мир растений так прекрасен, только нам не очень ясен. Мы не знаем, когда спят, когда воду пьют, едят, что друг другу говорят. Тайною покрыт он весь, но давайте же посмотрим, что увидели мы здесь. Я сюда приехала для того, чтобы именно профессионально научиться снимать фильмы. В общем-то, то, что я и получила. Я даже получила больше, чем я ожидала. И самое главное, я уложилась в тот период времени, который я вот, ну, просто смогла выделить в своем очень таком занятом темпе жизни. Я просто благодарна Сергею Щербакову за те знания, которые он мне дал, за то умение, вообще за такую поддержку. И, ну, мне даже нет слов выразить благодарность, потому что, ну, результат налицо. Вы никогда не задумывались о том, что растения могут общаться друг с другом, любить и не любить тех, кто находится рядом с ними? А это именно так. Они общаются друг с другом, хотя мы их и не слышим. Они очень чувствуют, как мы к ним относимся. И от того, насколько мы их любим, зависит их внешний вид, их обильное цветение и их прекрасное настроение. А чему можно научиться всего за неделю? Каким можно получить результат? Было очень интересно, и не было никакой усталости. И хотелось все больше и больше, как бы, познавать, дальше делать. Трак – это дорожка Вьетнам. Видеотрак, видите, сверху написано. Видео. Угу. Видеотрак. Сюда нажать, потом Shift. И в темноту тут уместно. Расскажу я вам одну историю из своей жизни. Это было много лет назад, когда я еще была студенткой и жила в городе Новосибирске. А увлекалась я тогда фиалками. Была у меня большая коллекция этих прекрасных цветов. Я их так любила. С такой любовью и радостью я ухаживала за ними. И они в ответ за мою любовь цвели, были здоровыми и приводили в восторг не только меня, но и всех, кто приходил к нам в гости. Но когда я закончила институт, мне пришлось уехать из родного города Новосибирска в Тюмень. В течение 7 лет я передавала знания только садоводам Тюмени на своих семинарах. Сейчас я могу передать знания большей аудитории благодаря созданию видео по различным культурам. В общем, они такие же, как и мы с вами, люди, такие же разные. Мы же тоже одеваемся в разную одежду, имеем различный рост, фигуру, характер. В дальнейшем планирую поехать по садам мира и начать снимать фильмы уже в сады мира и давать информацию об оформлении садов, чтобы садоводы могли использовать эту информацию для создания уже красоты на своем участке. Любовь – это источник жизни на земле, как для людей, так и для растений. Любите все, что вы делаете. Любите ваши растения, за которыми ухаживаете. И они отблагодарят вас своим пышным цветением и принесут вам массу прекрасных положительных эмоций. Будьте счастливы! Но у меня была цель, очень сильное желание научиться снимать фильмы, монтировать, то есть создавать фильмы, настоящие фильмы, чтобы людям было интересно, чтобы приятно было смотреть, и были они, конечно, познавательны. Своего рода документальные фильмы, то, что мне и дала Лен-Видео. Ну, в частности, Сергей Щербаков. Я вам очень благодарна. Благодарна всем вам за поддержку. Спасибо, спасибо. Очень рада была вообще с вами общаться, очень приятно. И, наверное, я бы еще много чего спросила, но время заканчивается, нам еще нужно поговорить о том, как продвигать свое видео на YouTube. Вот об этом сегменте поисковик говорит: вот на это смотрите.
Потому что он не хочет, чтобы ну вот с этих накрученных групп они зашли и ушли. Но вы же как работник магазина, да, mm-hmm. вам нужно продавать саженцы клубники, например, да? Mm-hmm. И там рассаду помидоров, например, да? А у нас с вами параллельный сад, да? Как мы это свяжем? Да прекрасно, да? Объясняю, что я такое сейчас мы написали, да? Mm-hmm. Мы запустили видео с вами, и мы увидели, что через уже час-два, mm-hmm. да, это было в топе. Выскочило в Google. То есть мы опередили, не знаю, десятки тысяч людей в топ-5. Раз, два, три, четыре. И пятое наше видео.